В международном аэропорту Одессы открыли новую взлетно-посадочную полосу. Первым самолетом, который приземлился, стал внутренний рейс Борисполь-Одесса. После резкого падения пассажиропотока в прошлом году компания прогнозирует перевести в этом году 1,4 миллиона человек. Какие перспективы обещает региону новая взлетка, смотрите в сюжете. Пожарные машины устраивают торжественный водный салют первому самолету, который приземлился на новой взлетно-посадочной полосе. Теперь аэропорт сможет обслуживать воздушные суда, осуществляющие рейсы средней и большой дальности. Это позволит увеличить их количество и нарастить пассажиропоток. Мы понимаем, что первая-вторая черга, которые сегодня полностью начали эксплуатацию, это только начало. Нас чекает еще третья и четвертая черга, яка дасть можливість і збільшити злітно-посадкову услугу і дати сучасне обладнання, найкращі сьогодні світові стандарти. Ми розуміємо, наскільки важливо це магніт, який буде притягувати інвестиції в наш регіон. Решение о строительстве в Одесском аэропорту приняли еще в 2013 году. Фактические работы начались в 2018, а завершить планировали в 2019. За это время построили сопутствующую инфраструктуру – две рулевые дорожки и перрон перед новым терминалом. Также установили современную навигационную систему посадки, которая позволит принимать самолеты даже при неблагоприятной погоде. Смонтировали 4 телетрапа для посадки и высадки пассажиров непосредственно к самолетам. Наш терминал рассчитан на обслуживание порядка 4 миллионов пассажиров в год. По оценкам специалистов, мы достигнем эту цифру через 5 лет. И что дальше? Как дальше развиваться? На это нам дает ответ перспективный план развития аэропорта. Он подразумевает продолжение терминала на юг. Это наиболее логичное решение, потому что в данном случае строительство нового терминала не будет мешать работе существующего. Напомним, первоначальная сметная стоимость проекта в 2013 году составила 1 миллиард 680 миллионов гривен. 1 марта 2019 года утвердили увеличенную стоимость – 2 миллиарда 852 миллиона гривен из госбюджета. Айсель Маминова, Алексей Филиппов, 7 канал.